Желаем друг другу здоровья, чтоб дорогу забыть докторам. Но когда-нибудь все же придется им сказать: добрый день, можно к вам. Кузнецкий медицинский колледж 1 сентября распахнул свои двери в свойственной ему яркой праздничной атмосфере. Море цветов, новых лиц, улыбок встретили первокурсников, для которых выбор самой гуманной и благородной профессии был очевиден. Кузнецкий медицинский колледж со своей богатой историей и сложившимися традициями отметил День знаний на сцене муниципального центра «Родина». Ряды студентов пополнили 240 выпускников школ. Для них старшекурсники подготовили мультимедийный экскурс в историю «Альма-Матер». Приветствовал студентов, преподавателей и гостей праздника директор медицинского колледжа Ильяс Хантимирович Абясов. Дорогие наши первокурсники, дорогие наши старшекурсники, позвольте еще раз от имени администрации, от имени педагогического коллектива поздравить с этим прекрасным праздником, праздником Днем Знаний. Самое главное было пожелать вам хорошей, интересной студенческой жизни. Что вы за эти годы получили не только профессиональные знания, что в это время вы получили интеллектуальный рост, духовное богатство получили, нашли друзей истинных, настоящих друзей за эти годы, чтобы вы изучили свои профессии и стали достойными выпускниками нашего медицинского колледжа. С праздником вас! По сложившейся традиции студентам нового набора вручается ключ знаний как символ новых открытий, побед и в будущем профессиональной признательности. Вручая этот ключ, который уже стал традицией у нас, мы надеемся, что новое пополнение достойно будет нести звание студентов Кузнецкого медицинского колледжа. Уважаемая администрация, преподаватели, друзья, от всей души поздравляю вас с началом нового учебного года. Желаю крепкого здоровья, удачи, творческих успехов. От лица всех первокурсников обещаем прилежно учиться, чтить традиции и приумножать достижения колледжа. Несомненно, главное внимание на праздничном вечере было обращено на первокурсников. Но День знаний – это еще и признание побед и успехов прошлого учебного года. И отличившиеся номинанты получили заслуженные награды. Те люди, которые сегодня стоят на сцене, это наша гордость. Это те люди, которые пополняют копилку авторитета, рейтинга нашего колледжа. Это люди, которые распространяют в России о нашем учебном заведении, информационной технологии занимаются, чтобы нас больше знали не только по Приволжскому федеральному округу, но и по всей России. Следуя народной мудрости, которая гласит «хорошее начало – половина дела», праздник, посвященный Дню знаний, удался. Новый энергетический и эмоциональный заряд получили не только преподаватели и гости, но и первокурсники, у которых впереди яркая, насыщенная студенческая жизнь. В небе ночном.